Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина встретилась с представителями инициативной группы дома номер 47А на Кутузовской улице. Жители Новой Трехгорки предлагают обустроить уютный сквер с лавочками и клумбами на месте, где раньше стояли бытовки строителей. Их убрали после завершения активной застройки микрорайона, а сама территория превратилась в поросший травой пустырь. Депутат от «Единой России» одобрила инициативу и обещала ее поддержать.